Андре Айзерман, Дана Ваврова и Бен Беккер в фильме «Спящий брат». Вперед. Композиторы Губерт фон Гойзерн и Норберт Шнайдер. Авторы сценария Роберт Шнайдер и Юрген Бюшер. Оператор и режиссер Йозеф Вильсмайер. Идите, госпожа повитуха. Идите, осталось немного. Госпожа повитуха, быстрее! Если мы опоздаем, отец посадит меня в яму. О, боже, Фриц, я натерла ноги. Все туфли в крови. Быстрей! Я не хочу в яму. Наконец-то. Слава тебе, Господи. Вверх по лестнице. Наверх. Десять гульденов. Я знаю таких, как ты.
и 30 крейцеров за разбитые ноги. Мать страдает из-за тебя. Я не хочу в яму. Мне надо было плестись, Фриц. Разве это руки повитухи? Взгляни на них. Нежные, красивые руки. Слишком красивые для повитухи. Об этом мне написал мужчина, но не такой, как ты. Он вхож в дома бюргеров. Имеет две ливреи и блестящие сапоги. Ребенок уже идет. Клянусь тебе, святая Мадонна. В последний раз помогаю родиться ребенку. В последний раз. Господи, он уже вышел. Ножницы. Не знаешь, что такое ножницы? Не мог такого ожидать. Рад, что появился на этот жалкий мир. Смотри, червяк, не умирай. Святая Мадонна, помоги забиться сердцу ребенка. Я молю тебя. Ну давай, прошу тебя. Почему не хочет жить этот комочек мяса? Дайте мне его. Дайте, мальчик. Какое имя Йозеф Альдер хочет дать своему ребенку?
Он будет зваться Йоханнес Элиас. Что выспрашивает оно единого истинного Бога нашего? Вечную беспрерывную жизнь. Итак, я спрашиваю тебя, Йоханнес Элиас, сопротивляешься ли ты нечистым духом, особенно демону Асмодеусу? Тогда оставь, о Господи, расти Йоханнеса Элиаса. Так же, как ты открыл глухонемому уши и рот, открой и этому недостойному уши и рот, чтобы он внял словам твоим и признал веру ныне и присно и во веки веков. Йоханнес Элиас, я крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Тебя мы мажем елеем, так как ты есть часть народа Божьего и навек принадлежишь Христу, который помазан был проповедником, царем и пророком во веки вечные. Элиас, это правда, что ты отпрыск почтенного господина Курата? Как он ее взял? Сзади? Да, сзади. Это правда, что у нее там нет волос, как у наших шлюх? В аду гореть будете, кровь будет капать из ваших пальцев. Сгиньте. И ты тоже, Петер. Мерзавец. Надоел. У самой сердце разрывается. Ешь. Ты слышишь, Зев? Я знаю, ты не спишь. Сейчас полночь, а он все поет. Элиас странный мальчик. Только потому, что поет? Я это почувствовала, когда вынашивала его. Когда он на меня смотрит, у меня мурашки по коже бегают. А где были мурашки, когда на тебя смотрел другой? Говорят, у черта. Холодное семя. И он настолько дерзок, что может явиться в образе достопочтенного... Заткни глотку, черт бы тебя побрал. Ребенок родился от твоего греха, но все равно это наше дитя. Я не позволяю больше запирать его. Зев, у тебя глаза помешанного.
Хватит. Замолчи. Тебе что-нибудь мешает, Элиас Альдар? Когда я нажимаю на клавишу, у меня болят пальцы. А вот как? Болят, говоришь? Поет без смирения, не уважает музыку. И еще говорит мне больно. Я не позволю издеваться надо мной. Ты чудовище. Поставь на место инструмент. Убери руки. Убери руки. Ты сатана. Перестань. Перестань же. Ты убьешь его. Прекрати. Пойдем, Элиас. Я готов, господин учитель. Буду петь. Боже, Господи Иисусе. И как? Ты смеешься надо мной? Богородица. Смейся. Ухмыляйся. Ты, морда. Почему я в этом жалком Эшберге? Ты ведь знаешь, я мог бы стать прилатом Фельберга. Не знаешь. Ничего ты не знаешь. Теперь я буду надувать мехи органа. Одному невозможно играть. Играй, иначе весь воздух выйдет.
Ну что, получил? Бурга, Бурга, матушка. У нее совсем белое лицо, и она не может стоять на ногах. Господи Иисусе, неси полотенце. Душистую соль и распятие. Тихо, идет и лес, чертова отродья. Сатана. Посмотрите, какая у него гримаса. Останься. Отпустите меня, отец. Не надо, я к Ильясу. Сколько раз я тебе говорил, не связывайся с ним. Негодяй. Негодяй. Что? Негодяй. Thank you.
Это Элизабет. Возьмите ее на руки. Это Элизабет. Теперь она стала настоящей Элизабет. Дочка. Элизабет, для него прихорашиваешься. Наш преподобный Курат дряхлеет. В прошлое воскресенье забыл благословить прихожан. Его перестали уважать. Думаешь, у меня нет глаз? Сама вижу. Да? Но ты видишь не того. Сестричка, сегодня в церкви Лукас будет стоять рядом с отцом. Пусть все видят, что он скоро станет членом нашей семьи. Но меня никто не спрашивал, братец. Оставь. Что? Мне так не нравится. Сегодня я буду с распущенными волосами. Как хочешь. Элизабет, уже 15 минут. Да, матушка. Сейчас в собственном доме запирают. Что у тебя за прическа? Такую носят горожанки? В таком виде ты не пойдешь в церковь. Пойду. Мы приличные люди, сделай пучок. Никогда. Вы все такие старомодные. Ужасно старомодные. Так вот, Филипп, когда он вбирает в себя воздух, его голос сразу становится низким. Это так. А так, когда смеется Элизабет. Тише. А когда у нее красное лицо от гнева, тогда это звучит так. Подожди. Подожди, пока я соберу все тона, и они создадут шум, подобный трубам Иерихона. А потом, Филипп. Петр. Петра нет. Жаль. Петр. А что дальше? Благословенны будьте. Благословенны будьте. Вот, Петр. Мальчик пойдет с матерью. Но, матушка... Молчать. Если бы был жив мой Фриц, Господи, упокой его душу, он бы показал тебе, что такое мужчина. Тебе это необходимо. Благословенны будьте. Благословенны будьте, госпожа Альдер. Перекрестись. Воздух.
утра уже напился. Воздух. Воздух, скотина. Он совсем распустился. Совершает обряд благословения, месса еще не началась. Нужно рассказать епископу. Какая короткая месса? Вы можете идти. Он совсем помешался. Надо будет сообщить его преосвященству господину епископу. Какая это месса? Это позор. Разве вы христиане? Разве вы люди? Скотина и та святее любого из вас. Она мечтает у воды, любит воздух и молится лесам. А вы ищете Бога в этих истлевших стенах. Его здесь нет. Ищите его в очах творений Божьих. В полете птиц, в растениях. И если вы обретете его, вложите его в чрево женщины. Пройдет немного времени, и айсберг сгорит дотла. Еще одно слово из твоей пасти, я сброшу тебя вниз, так что мозги разлетятся. Он помешался, все идет вверх дном. Кто здесь преподобный? Постой, Лукас, я забыла молитвенник. Ищи сама. Что ты уставился? Женщина. Кто видел Элиаса? Дай сюда, Филипп. На. Нашел, когда набирал здесь святую воду. С каких пор здесь святая вода? Услышал биение твоего сердца. Спокойного тебе воскресенья, Элиас. Что ты медлишь? Пошли. У нас с тобой еще много дел. Я сам пойду. Что ты так мчишься? Элиас! Скажи, как у тебя дела с трубами? Скоро. Что значит скоро? Закончилось липовое дерево и костный клей тоже. Сколько тебе надо? Что, откуда? Сколько тебе надо? 12 досок. Какой длины? 16 футов. 16 футов?
Что ты вертишься? Лицо у тебя бледное. Да. Кажется, у меня температура. Ты должна знать, Элизабет, я пойду напрямик. Да-да, сердце нужно привязать как козу. А ты помолчи. Не славься, не веруй, ничего не прочел. Мессо никудышное. Зато ты прилично играл, Господь Бог примет мессу. Я всего лишь мелкий органист у Бога. Неумеха за органом. Это совсем не так. Так-так. Должно быть, у моего Иисуса уши болят, когда он слушает мою игру. К сожалению. А что же ты тут тогда хозяйничаешь? Что он имел в виду? Почему не отдашь орган тому, кто надувает мехи и лесу? Правильно, правильно. Теперь его воскресенье испорчено. Не хотите сегодня выпить, господин учитель? У женщины вымя. Да. Дай-ка. Башка, это же груди. А что там написано? Здесь написано... Что это значит? Куртизанка. И что это значит? Куртизанка. На мавританском языке это означает коровница. Вымя, чтобы утонуть. В общем-то, женщина меня не интересует, подлец. Меня это не касается. А тебе лучше делать гвозди с шапочкой. Что это значит? Ты прекрасно понимаешь. Ты будешь двигаться или нет? Черт тебя побрал. Горбатова могила исправит. Уши. Какие уши? Пошли. Какие уши? Надвигается гроза, поэтому он не хочет идти. Ты о чем? На небе не облачко. Пойдем. Животное раньше нас чувствует приближение грозы. Ты мне веришь? Верю. Как ты думаешь, Элиас? Завтра ведь платочная ярмарка. Пойдешь со мной, Фельдберг? Было бы неплохо. Не могу же я отпустить ее одну. Элиас, не забудь. И все же дождь пошел. Помоги мне. Даже не верится. Не спи, Элизабет. Матушка, а бывает так, что женщина любит сразу двоих? Если хочет стать шлюхой. Я имею в виду любить в душе. У тебя есть Лукас. Мы уже решили. А может, его сердце бьется не для меня? Я хотел бы записывать ноты, но не умею. Элиас. Thank you.
Хвала Иисусу Христу. Во веки веков. Аминь. Пошла. Давай. Элизабет. Да. Дай мне флягу с водой. Элис. Мне нужно, куда король пешком ходит. Я хочу по-маленькому. Это был горный ручей. Сейчас мне легче. Ты всегда такой молчаливый. Молчаливый? Во мне теснятся разные мысли. Вот как? Хорошо бы заглянуть в твою душу. Да. Что бы ты там увидела? Не знаю. Я это не умею. Дай мне твои руки. Мои руки? Твои руки. Они такие нежные, совсем без мозолей. Я хочу тебе показать что-то, это недалеко. Видишь большой гладкий камень? Он не такой, как другие камни. У него нет прожилок, и он гладкий, как молоко. Он живой, он звучит. Ты посмотри, какая форма. Когда Господь летает над звездами, Он пролетает здесь.
Камень этот — оттиск его могучей стопы. Твое лицо пылает. Я хочу пить. Я обнаружил его в детстве. С тех пор я знаю, здесь совершается чудо. Знаешь, Элизабет, я верю, что с этого камня можно попасть на небо. Ты такой странный, Элиас. Ты не такой, как другие. Рядом с тобой чувствуешь себя в одиночестве. Нам надо ехать. Хочу еще кое-что показать. Это было весной, за 2 дня до Пасхи. Тогда я заметил, что при желании могу все. Ты пугаешь меня. Никакой ты не святой, ты вор. Он крадет наше молоко, даже не сопротивляется. Пусть ест дерьмо, когда хочется кушать. Дерьма хватает. Учитель! Идет господин учитель. Он утопит его. Идите в школу. Благодарю всех вас и матерей, которые произвели вас на свет Божий. Он позволяет издеваться над собой и еще благодарить за это. Никакой чести. До чего доводит человека голод? Я удивляюсь. Он не заслужил свой кусок хлеба. Ударь того, кто тебя бьет. Теперь ешь свой хлеб. Слава тебе, Боже. Во веки веков. Хвала доброму учителю Оскару. Садитесь. На чем мы остановились? Нельзя больше положиться на семью Альдеров. Узколобый Элиас опаздывает к органу и в мечтах забывает раздувать мехи. Его брат Филипп тоже забыл о приличии. Каков вывод? Ты. Общая наука о человеке, господин учитель. Наследственный грех. Филипп, будь умницей, подойди к нам. Меня зовут Филипп. Филипп. Сам пойду. Так, невыразимо величие Господа. Но как понять, что он создал людей неравными? Один умен, другой страшно глуп.
Этот красив, а тот уродлив. Третья высокого ума. Этот идиот. Почему такое различие среди людей? По характеру, внешности, полу, по таланту. Разве Господь Бог любит несправедливость? Нет, дети. На этом создании невыносимая вина. Из поколения в поколение. Грех на грехе. Это и есть первородный грех. А теперь помолимся. Господь наш всемогущий, твою сестру дома не обучают приличию? Приличию? Она уехала с бастардом. Сегодня она должна печь. Однако из трубы не видно дыма. Если бы я создавал этот мир женщинам, я дал бы только сердце. Ну, какой же ты мужчина? Красивые кружева. Отличная работа на спицах. Для свадьбы или крестин? За такие свиные уши я уплачу по 10 крейцеров. Когда я ее встретила и взглянула на ее спицы... Красивые цветные ленты. Я скажу ему сразу, убери свои лапы. Ему это обойдется в 2 гульдена. Чудесно. Разумеется. Покупайте красивые ленты. На свадьбу. Заверните мне в лощеную бумагу. Или на крестины. Завернуть. В лощеную бумагу? Ну и ну. Это подарок для любимой, да будет вам известно. Откуда мне знать? Фарфор из Китая. Но! Но! Стой! Где я только не искала тебя? Скажи, где ты пропадал? Во имя Господа. Что это у тебя? Табак для отца.
Спокойной ночи, Элиас. Спокойной ночи. Что ты в нем нашла? Ответь. Какие у тебя глаза? Можно испугаться. Ты издеваешься? Пропусти меня. Я предупреждал тебя. Ты обещана мне. Обещать можно только смерть, Лукас. Это мы еще посмотрим. Какой ты грубый. Грубый? Ты меня плохо знаешь. Не прикасайся, иначе никогда не увидишь меня. Иди домой. Во время таяния снега, когда потеплело, она дала трещину. Я ему сказал. Господин Оскар, это третья труба в левом регистре. Он только засмеялся. Где ты был весь день? Ты был с ней в Фельдберге? Раздуй мехи. Твои руки ничего не чувствуют. Другую? Предыдущая? Почему ты постоянно думаешь о ней? Твоя музыка может сделать тебя знаменитым. Птицы небесные и рыбы морские находят друг друга по биению их сердец. Так сказал Келлер. Они находят друг друга даже на далеком расстоянии. Люди мечутся от одного возлюбленного к другому. Они не знают, что Бог дал им одного единственного человека, у которого тоже биение сердца, тот же звук, то же дыхание. Откуда ты знаешь, что это Элизабет? А разве здесь нет того, кто из того же семени и сердца которого бьется так же? Теперь он вновь обрел душу и голос. Я дам имя этому органу. Отныне тебя зовут Элизабет.
мой малыш. Любовь моя. Что он с тобой сделал? Что? Лукас, мне надо поговорить с тобой. Что тебе надо? Не здесь. Мой отец потерял терпение. Было бы неплохо назвать ему дату свадьбы. Он хочет сыграть ее до первого снега. А Элизабет? Не женщине это решать. Что это за новая мода? О небо, Оскар Альдер висит на ржавой цепи. Он сам повесился. Господи Всевышний. Отойдите. Вынеси его и положи руки в холодную воду. Позови преподобного отца. Какое у него жалкое лицо. Его душа наконец-то в аду. Пойдем. Пойдем с нами. Это говорю вам я. Отныне Эшберг проснется. И уже скоро. Ты должен привести куратора. Позови куратора, скорей. Кто скончался? А теперь читайте за упокой души. Скажите, кто умер? Я ничего не знаю. Ради всего на свете. Скончался Оскар Альдер. Оскар. Оскар. Я его хорошо знал.
Как грустно. Почему об этом никто не говорит? Умоляю вас, читайте молитву. Дорогие родители, вы выпросили для вашего ребенка крещение. Что он читает? В чем дело? Далее. Готовы ли вы воспитывать его в единой истинной вере? Бог мой, что он читает? Он стал молодцом? Вот текст здесь, вы должны читать это. Он меня учит. Господин, это отпевание, а не Кристина. Элиас, теперь ты органист, как я рад. Нет, это так, мой мальчик. Элиас, ты не узнаешь меня? Единственное, что он на самом деле любит, это музыка. Бурга. Входи. Входи. Я не вовремя пришла. Я узнал тебя по походке. Да. Ты даже не обернулся. Нам нечего сказать друг другу. Завтра воскресенье. И это все. Элизабет, я буду играть. И это ты мне хотел сказать? Да. Я буду сочинять музыку, которая будет принадлежать нам двоим. И это все? То, что ты играешь на этом проклятом органе? Элиас. Элиас, что ты за человек? Все это глупости, твоя музыка. Твоя музыка ни Богу, ни людям. У настоящего мужчины мозоли на руках. Он борется за дело и утверждает себя. Я тебя не понимаю. Разумеется, ты не понимаешь. Ты никогда ничего не понимал. Что тебе надо? Чего я хочу? Я хочу твоей любви. Нет больше сил. Лукас, Лукас. Что случилось? Я приду завтра, когда все будут в церкви. Элизабет, ты же какая горячая. Бог мой, какой у тебя жалкий и мрачный вид. У меня?
такая мудреная. Да, если у тебя поросячьи уши. Издалека будут приходить люди, чтобы послушать нашего Элиаса. Своими сильными руками. Я хочу обнять тебя. Возьми меня, как хочешь. Бери же меня. Мой мальчик. Я твоя. Я твоя. Твоя. Это мой мальчик. Они ждут. Элиас, ждут тебя. Стоят и ждут, не расходятся. Да здравствует Элиас. А женщины плачут. Да здравствует Элиас. Чудо, это чудо. Надо оторвать щепку от его окна и сказать: смотрите, у меня щепка от родительского дома великого Элиаса Альдера. Зачем ты создал меня, Йоханнеса Элиаса Альдера? Зачем ты наслаждаешься моей печалью, уродством моих глаз, моих рук, грустью моей любви? Знай, я никогда не перестану любить Элизабет. Я буду сопротивляться твоей воле. Отныне твоя сила не действует на меня. И если я, Йоханнес Элиас Альдер, погибну, то это будет моя воля, а не твоя. Михель! Михель! Я отдам тебе все, что у меня есть, но верни мне Элизабет. Элиас, я отдам тебе все, что хочешь. Тихо. Не нарушай святой покой ночи. Помоги мне, ради всего на свете, верни мне ее. Элиас, я люблю ее. Я так ее люблю. На самом деле, ты никогда не любил ее. С тех пор, как я могу мыслить, я люблю ее. Она моя жизнь. Мое утро, мой полдень, мой вечер, моя ночь. Она вся. Твоя ночь. О чем ты? Ты не можешь любить. Ты самый одинокий на свете.
Вы любите женщин лишь на мгновение ока. Ночью вы закрываете глаза, и все клятвы забыты. Кто любит, тот не спит. Ну, маленький сильный мужчина, скажи, куда пропал Элиас? Элиас. Я знаю, ты здесь. Давай уйдем отсюда, Элиас. В города, в чужую страну. Ты будешь играть в больших соборах. Есть с серебряными ложками и пить из хрустальных бокалов. Ездить в карете. А не сидеть здесь, из года в год, сгнивая заживо. Я ненавижу эту жизнь. Я ненавижу Эшберг. Я ненавижу Эшберг. Ты что-нибудь слышал о нем? Он больше не играет. Никто не знает, почему. Не играет. Он не показывается на людях. Говорят, он больше не спит. Если бы я знала, что он любит меня. Если бы знала. Что за фальшивые мечты? Эти глупые надежды. Вам надо было поговорить. Что вы за люди? Упрямые до смерти. Говорят, в рождественскую ночь на землю спускается ангел Уриэль. Он ходит босой по горам и лугам. Он не перестает ходить, пока не отыщет два сердца, которые соединит. И еще два, которые он разлучит навеки. Ты увидишь. Когда дни станут длиннее, ты забудешь Элиаса. Смотри. В стране французов елку наряжают по-другому. Это произошло в то время, когда Цезарь Август издал указ. Позор, что ты больше не играешь. Его оценили все люди. Петр, что с Элиасом? Что тебе от него надо? Я думал, ты заболела. Даже если он меня высмеивает. Петр, мне все равно. Я люблю его. Пусть все знают. Что знают? Что я люблю Элиаса. Что ты шлюха. Ты останешься здесь. Ты ненормальный. Ты останешься здесь, иначе я обойдусь с тобой по-другому.
По-другому. Петер! Петер! Открой! Открой! Сейчас я поступлю по-другому. Слушайте мой голос, и пусть слова мои станут громом небесным. Бог никогда не хотел видеть здесь этого человека. Никогда. Или, может, он его хотел? Да, его, с глупым лицом. Разве это глупое лицо является выражением божественного дуновения? Его или ее? Потупьте ваши сладострастные глаза. В каждом из ваших домов царит разврат. Почему проповедует он, а не я? Каждый из вас это знает. Вы черви, ползучие, называющие себя христианами. Раскроется пасть ада, и огненное дыхание злого властелина обожжет ваши лица. С ваших тел сползет кожа. Пожар! Вы что, не слышите? Пожар! Элизабет! Выходите быстрее! Нужно спасать скот! Пропустите мужчин! Элизабет, я ведь с тобой. Успокойся, пожалуйста. Пойдем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В школе мальчик так шалил. В школе мальчик так шалил, пока учитель не побил. Ой, учитель, больно мне. Больше не приду к тебе. Шлюха! Никто не отнимет у меня Элиаса. Никто.
Все будет по-другому, Элизабет. Все будет хорошо. Я попрошу отца часть моего наследства. И через год у нас будет наш маленький двор. Он будет блестеть и светиться в долину Рейна. Ты увидишь, я смогу работать. Мука отсыреет, хлеб закаменеет, и мы будем голодать. Элизабет! Он сказал огненное дыхание? Может быть. Ты ясно слышал, ты трус. Оставь меня в покое. Повтори, что сказал Келлер. Огненное дыхание, точно. Огненное дыхание. Подумайте, что вы творите. Он фантазер. Но деревню он не поджигал. 3 дня тому назад он пришел ко мне и попросил хлеба. Он грозил поджечь мой двор, потому что я не дал ему хлеба. Он был зол. Ты будешь защищать эту собаку? Разумеется, нет. Итак, настал день расплаты. Я раскалю топором твой череп до сердца. Нет, он должен сгореть, как наши дворы. Иди-ка сюда, на повозку. Нужны дрова. Побольше веток. Ну как? Огненное дыхание, да? Огненное дыхание. Он молчит. Послушайте, разве не странно, что он молчит? Отсюда никто не должен уходить, ни одна душа. У кого залил двор или сарай, тот должен позаботиться о вас. А кто не поделит с вами хлеб, того накажу я сам. Скоро восстановим дома. Лес вы получите из моих угодий, безвозмездно. Вы слышите? Безвозмездно. Ты не должен этого делать. Лукас, зять мой, я прошу тебя. Лукас, как я прокормлю мою малышку, когда она родится? Живи у меня. Где у тебя? У тебя у самого нет крыши над головой. Разве я тебя отпускал? Что-то не припомню. Ты по-прежнему моя жена. А где же мне спать, господин? Прошу тебя, не уходите. Нам нужен Пономарь. Если уходит преподобный, что тут делать Пономарю? Господин Курат, остановите людей. Как мы тут останемся одни? Кто-нибудь скажет мне, что тут происходит? Мне это интересно. Если хочешь подарить мне сердце, почему? Не спрашивай. Просто так. Я сам пойду.
Господин, боюсь, что эта дорога никуда не ведет. Она должна вести в Эшберг. Как скажете. Святая Цицилия, что здесь произошло? Стоять. Эй, ты. Я? Да-да, ты. Где здесь дом преподобного господина? Он уехал, потому что выжил из ума. Вот как. Твоя матушка знает наверняка, где живет преподобный. Нет, она не знает. Простите, любезная фройлен, я не представился. Фридрих Фюрхтегодгольдер, кантор и музыкальный директор Фельдберге. Я разъезжаю по заданию губернатора Его Величества Кайзера, проверяю состояние органов губернии и вношу их в регистр. Пойдем в церковь. Как вам угодно. Почему ты смеешься? Я не смеюсь. Это тебе за насмешку. Смотри, лес. Ангел Божий, хранитель мой святой, мне от Бога данный, прилежно молю тебя, от всякого зла сохрани и на путь спасения направь нас. Аминь. Бабские безделушки. Сыграем, Элиас. Пойди и сыграй. Ну, иди. Действительно, сам научился играть. Даже не умеет читать ноты. Если бы был жив господин учитель Оскар, он бы подтвердил. Нужно оставить парня в покое, он не находит себе успокоения. Если все это не обман, тогда это чудо. Господин Альдер, ваш сын
Гений. Мальчик не поедет в Фельдберг, он останется здесь. Ему необходимо поехать в Фельдберг. Надеюсь, это вам не повредит. Почему бы не поехать? Филипп опять по бабам шлялся. Следующее объявление для граждан Фельдберга. Викариат архиепископа позволит себе представить вам ежегодное соревнование по искусству импровизации на органе нашего собора. Далее. Викариат собора объявляет о выступлении сверхнеобычного гения. Его зовут... Йоханнес Элиас Альдер. Он из далекой горной деревушки Эшберг. Не обучаясь музыкальной грамоте, он исполнит сегодня токкаты и прелюдии. Вниманию граждан Фельдберга. Я, наверное, умру. О чем ты думаешь? Успокойся. Откуда у тебя деньги? Взяла в долг. Аптекарь такой добрый господин. Ты переспала с ним, так ведь? Лукас. Мне надо идти. Сюда, пожалуйста. Достопочтенная публика, господа и ваше благородие, таково решение жребия. Начинаем соревнование. Готлоб Хубер, сын губернатора Готфрида Хубера. Кандидат Хубер будет импровизировать на тему хорала «Христос лежал в хитоне». Педальная и мануальная обработка хорала. Пожалуйста, впустите меня. Спасибо. Впустите меня. Я знаю этого человека, который сегодня играет. Пожалуйста, впустите меня. 10 крейцеров. Благодарю вас. Пустите меня, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Это же девица с Южных ворот. Ты ходишь к Южным воротам? Мне стыдно за тебя. Господин асессор. Господин асессор. Господин асессор. Прошу вас. Поговорите с ним. Мне нужно в собор. Ну хорошо, пропустите женщину. Как, тебе приспичило? Она такая молодая.
Следующий кандидат. Йоханнес Элиас Альдер. Кандидат Альдер исполнит хорал «Приди, о смерть, ты спящий брат». Хоральная обработка. Я не знаю мелодии этого хорала. Тогда сыграй что-нибудь. Но только сыграй. Он собирается сломать орган. Такой здоровый. А как он воняет, даже здесь чувствуется. Настал твой час. Мы будем пить из хрустальных бокалов. Нужно показать ему, как играют на органе. Это издевательство над Богом. Вы ответите мне за это, обещаю вам. Спокойно, спокойно, дайте ему время.
Браво. Верт. Это чудо. Не может быть. Да, да. Достопочтенная публика, это святое место. Прошу успокоиться. Откройте все двери на случай давки. Быстрее, быстрее. Посторонитесь. Дайте ему пройти. Оставьте его в покое. Пропустите меня. Пропустите меня. Человека. Пропустите, расступитесь, дайте пройти. Дайте пройти. Элиас. Пропустите. А, женщины? Ты видел женщин? Боже мой, эти лица. Ты знаменитый человек. Знаешь, что это? Это деньги. Мы разбогатеем. И знаешь, что мы сделаем в первую очередь? Мы купим шелк и сошьем одежду. Эти модные шляпы такие высокие. Я ведь говорил, тебе будут кланяться незнакомые люди. Ты будешь разъезжать в карете, обитой дамастом. Мы будем есть серебряными вилками. Я всегда говорил тебе. Куда ты? Я иду домой. Но дом там. Я не иду в Эшберг.
Что ты делаешь? Я больше никогда не буду спать. Ильяс, ты пугаешь меня. Ты меня так пугаешь. Зачем ты это делаешь? Элиас, скажи мне, что с тобой? Поднимайся. Не оставляй меня. Я люблю тебя. Там камень, он совсем один. Не уходи. Не уходи. Камень исчез. Какой камень, мама?
Раньше здесь лежал красивый гладкий камень. Гладкий, как молоко. Похожий на твою ножку. Только намного. Намного больше. Телекомпании НТВ Плюс по заказу телесети ТНТ. Режиссер Марина Иващенко. Звукорежиссер Сергей Панов. Перевод Владимира Инашвили. Текст читали Елена Соловьева и Дмитрий Полонский.